Мам, к встрече готова? Узнать родителей Алис. Надо ж впечатление произвести. Как вам? Нравится? Шикарная машина. Дорогая какая. Взял на прокат. Она еще даже не в продаже. Пап, семью бы в Ясаваш не впечатлить. Я справлюсь, но машину взял не для этого. Поехали. Боже мой, как прекрасно. Души не хватает. Мы хотя бы прилично оделись. Да. И бутылку вина брать не стали. Это их дом? Неплохо. Даже хорошо. Фредерик Бувьесоваш очень рад. Николе Жерару понравилось наше поместье? Да, да. Это самое лучшее поместье во всей Аквитании. Красивейший зимний сад с настоящими апельсинами, редчайшими орхидеями. У нас дома тоже зимний сад есть. Балкон называется. У меня для всех есть подарочки. В нашей лаборатории нам разрешили сделать тест ДНК, который показывает все детали происхождения. Да? Результаты вот. А? Держи. Результаты нашего теста на стенах дворца. Мы французы со времен Людовика VI. Доченька, о моем происхождении все тоже известно. Я француженка с итальянскими корнями. Я как француз до кончиков волос, пожалуй, начну первым. Вот и смельчак. Не может. Не может быть. Я немец. 50%. Ну и каша. Я в это не верю. Да уж поверь. Ты что, вообще не подозревал? Может, папа сосиски ел каждый день? Ну или один из них в состоянии опьянения говорил, что Польшу завоюет. Я португалка. О. Вот только что я была принцессой Венеции, а вот уже сестра португальской горничной. Но у меня все проще. Не уйду, пока не откроешь конверт. Однажды моя семья уже гнала отсюда немцев. В 44-м. Вот и сейчас за мной не заржавеет. Открой этот конверт, или его открою я. Черт. Неожиданные связи. Что это за бред? Результаты тестов с 11 апреля в кино.